полиция! Уходим! Уходим! Так стремительно и неожиданно закончился поход в комиссионный магазин для 35-летнего саратовца, подозреваемого в сбытии поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей. В ходе личного досмотра у мужчины изъяты две фальшивые 2000-е купюры. Со слов задержанного, он собирался подарить их дочке, чтобы та использовала купюры в качестве книжных закладок. Имеют с собой фальшивые деньги? Нет. Точно? Вот две закладки у меня есть, я дочке обещал где-то, подогнал друг и все. Однако установлено, что фигурант заказал через интернет 7 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. Получив посылку, мужчина ходил по цветочным ларькам и магазинам, специализирующимся на продаже алкогольной продукции, где покупал недорогой товар. Саратовец расплачивался за него фальшивками, получая взамен настоящие банкноты. Один из продавцов, почуяв неладное, долго сравнивал фальшивку с оригинальной купюрой. Однако в итоге недобросовестный покупатель убедил его взять подделку. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.